Всем привет! На канале Кашеварим с Врединой мы приготовим лаваш с начинкой. Лаваш предварительно я нарезала прямоугольной формы. Замешиваем кетчуп, майонез, горчицу и черный перец молотый. Смазываем лаваш тонким слоем. Сыр я предпочитаю для этого блюда брать конвертиками. Он очень нежный. Выкладываем на центр. Сверху кладем ветчину и закрываем еще одним пластиком сыра. И заворачиваем наши конверты. Чтобы лаваш не распадался, можно смазать еще немножечко нашей смесью. Вот и все. Легко и просто. Все 4 конвертика готовы. Разогреем масло растительное на сковороде. И будем обжаривать лаваш с двух сторон. Выбирайте среднюю температуру, чтобы успел лаваш поджариться и прогреться сыр и ветчина. Вот обжарили все лаваши. Посмотрим, какой лаваш будет у нас в разрезе. Лишняя начинка не вытекает. Очень вкусный, сочный лаваш. Обязательно попробуйте это блюдо. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментарии. Всем приятного аппетита. Пока-пока.